2 марта председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию Сергей Кабышев с рабочим визитом посетил Первый Наукоград. В рамках мероприятия он побывал в Обнинском кванториуме. Подробности в следующем сюжете. Калужская область в 2019 году принимала участие в конкурсе на создание детского технопарка «Кванториум». Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В качестве площадки для размещения выбрали Обнинский центр развития творчества детей и юношества. Уже сегодня, после успешной реализации проекта, на площадках, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, ребята учатся по принципу «от теории к практике». Организовано 7 раз различных направлений, которые называются «квантумы». Сергею Кабышеву показали обновленное здание с просторными помещениями, оснащенными современным оборудованием для дополнительных занятий детей разных возрастов. На нашей базе проводятся различные региональные мероприятия, соревнования. Например, мы являемся региональным представителем мировой олимпиады роботов и ежегодно занимаем призовые места, по крайней мере, на российском этапе. На мировом, к сожалению, пока еще не добились призовых, но до него, по крайней мере, доходили. В этом году мы стали представителем Всероссийской олимпиады «Робофест» и «First Lego League». По большому счету, все основные всероссийские олимпиады, региональный уровень проходит у нас. Свои выступления на олимпиадах и других соревнованиях по робототехнике дети готовят сразу на двух языках – русском и английском. Стоит отметить, что гостей впечатлило разнообразие обучающих программ, привлечение ученых для занятий с детьми, интерактивный музей. Нам очень понравилось, действительно, очень важно с самого раннего возраста сформировать у детей эту атмосферу дружелюбия, которой бы они себя чувствовали востребованными и видели перспективы своей будущей работы. Поэтому то, что мы увидели, на нас произвело большое впечатление. С любовью вы относитесь к подрастающему нашему поколению, и я думаю, что за этим будущее. Спасибо большое. По данным исследователей, для того, чтобы привлечь ребенка в естественно-научную дисциплину, нужно начинать эту работу в 7-8 лет. И замечательно, что в кванториуме созданы условия для того, чтобы самые маленькие посетители могли погрузиться в естественно-научную дисциплину. А мы понимаем, что наше будущее – это инженерные, технические специальности. И то, что здесь созданы условия для того, чтобы ребята бесплатно, это очень важно, занимались инженерным делом, техническими специальностями, IT-специальностями. В таких современных хороших условиях это очень важно, это замечательно, то, что Обнинск делает для своих маленьких жителей, для школьников такую площадку. Мы приехали к вам первый раз, но это не значит, что мы больше никогда не приедем. Я надеюсь, что мы с вами вместе будем еще очень долго работать, поскольку от науки и образования зависит наше будущее. Мы призваны помогать вам, отметил председатель Комитета Государственной Думы страны по науке и высшему образованию. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.